Всем привет, с вами Тома, и это очередное видео по созданию персонажа в игре The Sims 4. И в этот раз мы создаем не какого-то конкретного персонажа, а просто девушку в пастельных радужных тонах. Как проходит ваше лето? Мое лето проходит достаточно грустно, я в основном все время работаю, сижу возле компьютера и либо монтирую видео, либо стримлю, либо вяжу пони-кексики, тоже возле компьютера, и вообще у меня такое ощущение, что я отсюда выхожу только поделать какие-то домашние дела на кухню и в магазин. Это очень странно. Нет, мы, конечно, пытаемся раз в неделю хотя бы выбираться, покататься на велосипедах в парк, но не всегда погода это позволяет. Вот, а в остальное время, в связи с очень жестким и таким плотным графиком, мне приходится проводить дома, и я надеюсь, что ваше лето проходит лучше. И несмотря на мое такое печальное времяпрепровождение летом, я решила сделать достаточно оптимистичного персонажа. Ну, наверное, это вот мое такое внутреннее желание выйти погулять. И да, у нас девушка в летнем таком наряде, достаточно радужном. Это более городской, наверное, вариант. И в машине я показала ее именно в городском парке. Качельки, ролики, мороженка. Ну, там, правда, кексик, видеоигры на скамеечке. То есть такой летний отдых в черте города. То есть не какая-то там сельская местность или дача. Но, тем не менее, она достаточно выглядит счастливой. И напоминает мне, кстати, радужную пружинку из моего детства, из 90-х. Вот это такое. Еще, возможно, на меня повлиял недавний сет Hasbro Exclusive Comic-Con. Он тоже достаточно радужный. И, как обычно, почти все предметы из ее гардероба я постараюсь указать в качестве ссылок в описании к видео. Возможно, вы тоже захотите сделать себе какую-нибудь радужную симочку. И, кстати, да, это ни в коем случае не связано ни с темой Прайда, который был в июне, ни с Rainbow Dash и с My Little Pony. Это просто вот мое такое отражение внутреннего желания, чтобы все было чуть более радужно. Кстати, прическа — это перекраски других причесок, поэтому, когда будете качать, обратите внимание, что там будет ссылка в описании самой прически, будет ссылка на меш, на модельку, 3D-модельку оригинальную, поэтому не забудьте скачать и перекраску эту радужную, и оригинальную модельку волос, чтобы она у вас заработала, иначе работать не будет. То же самое касается ботиночек, это тоже перекраска. Топик, юбочка, тоже все оставлю, и у нее там некоторое количество различных аксессуаров, тоже постараюсь ничего не забыть. По поводу глазок, у нее там были радужные сами по себе радужки, радужные радужки, да, именно так, и в конце концов я решила все-таки нацепить линзы с сердечками, тоже недавно нашла, они мне так нравятся, и я оставлю, наверное, ссылку и на радужки, и на линзы отдельно, возможно, вам что-то понравится больше, что-то меньше. Также из новенького здесь большие сережки-звездочки градиентные, разноцветные, в общем, уйму кастомного контента нам вот как раз-таки, наверное, под тему Прайда в июне подготовили креаторы, и я себе всего накачала и села и создала такую вот прелесть. Играть я, наверное, ей не буду. У меня была еще мысль сделать ей квартирку тоже небольшую и в таких же радужных тонах. Я бы, может быть, и рада, но пока не уверена, что у меня будет на это время. Посмотрим, если вдруг мне опять станет грустно, и я задвину все подальше и сяду просто поковыряться в Симсе, возможно, я сделаю квартирку, но пока что не обещаю. К сожалению, очень плотный график, как я уже говорила. Надеюсь, симочка вам понравится. Возможно, некоторые элементы ее гардероба вам покажутся малосочетаемыми, но мне хотелось именно чего-то такого радужного, немножко хаотичного и более жизнерадостного, что ли. Увидимся в следующих роликах. Надеюсь, этот вам был интересен. С вами была Тома. Пока!